Салют, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры, закаленные в бою, мы продолжаем. Ну что? Часть вторая, подтверждение спецмиссии «Восстание Гальватрона», и вторая миссия у нас «Только когда откажет шасси». Боссом у нас здесь будет Ультрамагнус. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там за история, так сказать. Ну и попутно, естественно, постараемся все это дело максимально эффективно пройти. Так, команда все та же, расклад все тот же, история чуть другая. Оптимус, можно тебе на пару слов? Конечно, в чем дело? Боюсь, что это я виноват во всей этой заварушке с Гальватроном. У меня было много шансов помешать его сумасшедшим планам, и все же он явился и снова угрожает моим друзьям и товарищам. Многим пришлось столкнуться с этим сумасшедшим ботом, и многие потерпели неудачу. Это не твоя вина. Нет, Оптимус, это бремя лежит на мне. Я должен это исправить. У меня была возможность. Теперь я обязан преуспеть раз и навсегда. Ну, судя по тому, что он у нас здесь боссом, реально творится вообще безумие просто окончательное. Так, ну давайте пойдем направо по самому сложному пути в этом уровне сложности и посмотрим, что у нас получится. И первым боссом у нас будет здесь, ой, боссом, соперником Арси, ой, Виндблейд, господи, все, путаница уже пошла в голове, реально безумие, просто безумие. У меня как у Шеугарата, все виды и стадии безумия одновременно накатили. Так, ну давайте Эренхайт против Виндблейд, коль он у нас такой самый прокачанный из всех. Пусть он надирает ей задницу. А вот в финале против Ультрамагнуса, скорее всего... А, так он же как раз и выступит. У нас же Ультрамагнус вроде как к тактикам относится, да? Как раз у Эренхайда будет преимущество. Замечательно. Так. Да чтоб тебя, а? Аккуратненько. Ой, здорово. Ага, ага. Блин, ну куда тебе с пушками-то Эренхайда тягаться? Дорогуша. Ой, зараза. Да. С суператаками нужно быть поаккуратнее, ибо если они не проходят, то ты становишься на пару секунд очень даже уязвим. Такс. Мираж. Мираж, твой ход. Пусть он разбирается со спинатором. Отрывает ему крылья. Постепенно кристаллы копятся. Бойцы готовятся. Энергон. И что у нас там еще? А, и сплавы. Появляются. Ой, здорово, а. Ой, хорошо. Обалдеть, просто чудом он в меня не попал сейчас. Так. Ага. Зараза. Так. Отлично. Да тихо. Ну ты чё, обнаглел что ли совсем? Угу. Опа-на! Не понял. А где его пассивка, которая связана с тем, что он прошибает блок на некоторое время? Это же не дубликат, зараза! Да, когда отсутствует дубликат, отсутствуют и козырные возможности каждого из героев. Или злодеев. Печально. О, Гримлок. Но тут, в принципе, все очевидно. Пусть Бамблби с ним разбирается. Скорость против силы. Посмотрим, кто кого. Хотелось бы Гримлока в свой отряд. Естественно, четырехзвездочного. Очень козырный этот бот. Просто обалдеть как. Так. Ой, боже ж ты мой. Нормально. А вот сейчас надо отступать. Его суператаки надо побаиваться.
два деления. Да чтоб тебя! Так. Все. Слава богу, он нас не стебанул своим хвостом, а то у него эта атака отнимает очень много очков здоровья. Просто колоссальное количество. Ну, мощный, так сказать, хотел сказать, чел. Нет, бот. С этим не поспоришь. Командир, тревожные вести. Судя по следам сверхгабаритных шин, смею предположить, что он впереди. Мы должны двигаться осторожно. Наш старый друг подавлен чувством вины и крайне нестабилен. Ага. То есть у него еще чувство вины какое-то открылось. Ладно, хорошо. Ну, Мираж, давай, разбирайся с Рэмджетом. Рэмджет, конечно, интересный здесь бот, но знаете ли, зачастую некоторые новинки, как бы так сказать, больше шумихи вокруг них, как говорится, было, чем от их полезной пользы. Полезная польза, да? Хорошая такое. Хорошая характеристика, полезная польза, да? Какая же она еще бывает? Ну, видимо, бывает. Так. Нормально. Пока все идет по плану. Давай. Ой, хорошо. Ну тут, в принципе, даже бы если у него было половина здоровья, мы бы тоже его приговорили. Коль комбинация хорошая начиналась. Так, ага, Оптимус. Теперь с тобой. Ну, прям как в фильмах Квентина Тарантино. Все передрались, перестрелялись. В живых не остался никто. Так и у нас тут. Ну давай, Бамблби. Втащи Оптимусу. Как следует. А лучше скажи эту фразу свою. Я твой товарищ там, да, или как он там заговорил в этом фильме. О, господи, так, такой вообще это гон сплошной. Ё-моё, да. На фоне всего этого даже тот сюжет какой-никакой выглядит просто, я не знаю, Оскара надо дать. Так, давай, ну, ёлки-палки, да как ж так-то. Так, о, я доберусь до тебя, да хрен из два. Текс. Давай. Все, замечательно. Фух. Бамблби только немного перепугался, судя по глазам, но это у него нормальное состояние. А в целом ничего. Так, давайте-ка. Тяжелую атаку, когда противник находится возле стены. Будет сложнее вернуться, раньше что-то я этой подсказки не видел, не припомню, по крайней мере. Подсказки такие, знаете ли, прямо уф. Не знал, мол. Ну ладно, прикинем все, что не знал. Как раз таки-то от спецатаки у стены... Блин. Ну как сказать, что от такой атаки дальней, что от спецатаки увернуться в принципе одинаково можно, даже у стены. От спецатаки даже легче увернуться, чем от этого, от простых ударов. Так. Ну вот и все. Чертовски хорош. Замочили его. Так, ну вот и босс наконец-то. Что там будет у нас по сюжету? Боюсь, что не могу пустить вас дальше. О чем ты говоришь? Это моя вина. Автоботы и наши союзники больше не должны расплачиваться за мою неудачу. Я должен встретиться с ним один. Я не позволю вам пройти. Отставить солдат — это безумие. Нет, это он, воплощенное безумие. А, то есть даже просто отставить, так сказать, солдат прямой приказ не выполняет. И, кстати, его зам же. Причем, да, Ультрамагнус вроде как зам Оптимуса. И сразу дело до драки доходит. Обалденно. Слушайте, там Гальватрон, походу, сам сидит и смеется, наблюдает за всем этим. Так. Давай. Ой-ой. Текс. Ага. Ну вот и все. Давай, залп делай. Отлично.
Угу. Мимо. Все. Ну, Аренхайт красавчик. Вообще молодец. Он всегда хорош. Умеет делать то, что нужно. Награды. Неплохо. Энергончик. Ах, еще чувствую кристальчиков накопим. А это что за кристаллы такие? Однозвездочные, что ли? Искры и моды. Ну ладно, херня. Вот так вот. Ну, друзья, давайте, думаю, здесь мы закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Если понравилось, то можете поставить пальчик вверх, поделиться видосиком, мне будет очень приятно. Ссылки на плейлист, группу ВК, Facebook, Twitter, а также на другие прохождения, связанных с трансформерами, снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья, приятного настроения. Всем пока.